Харибол. Ну вот, наконец-то после долгих-долгих усилий и попыток, наконец-то по милости вайшнавов, по милости Гурудева, я понял, как делается, как играть быстрый ритм на караталах. И, собственно говоря, очень важно было попробовать применить это в киртане. Сегодня на программе у преданных была возможность как раз поиграть и попытаться посмотреть, как это, когда мриданга идет, потому что без этого достаточно сложно понять. И я понял такой момент, что на самом деле это может быть немного индивидуально для каждого, потому что мне показывали эту технику играть одним образом, потом другой человек мне показывал ее по-другому и так далее, третий, а оказалось, что для меня более привычен немножко другая постановка. То есть смысл везде один и тот же, просто может быть немного по-разному стоять руки. Собственно говоря, ну как я понял, классическая это вот так вот, то есть мы держим. То есть идет удар, одно ребро сюда, второе сюда, сюда и возвращаемся. То есть... Ну, вот типа того. Есть некоторые, кто держат вот так вот. То есть они идут, накрывают. Это тоже достаточно такой распространенный захват, так скажем. Но мне казалось это неудобно, хотя я пытался как раз вот так вот научиться. То есть получается, что вот так. То есть делать вот так. Ну, не очень удобно. Потому что когда в реальности в киртане, там это все еще более идет быстрее, намного больше скорость. Поэтому, ну, не так все просто. На самом деле нужна тоже очень практика. Мало понять эту технику, надо попрактиковать, привыкнуть, потому что на самом деле рукам от непривычки, кистям очень, ну, тяжело вот так по 10-15 минут поделать, то реально устают руки, и потом сбивается опять координация, надо опять вспомнить. Поэтому это требует достаточно практики, но это очень круто на самом деле. Когда я это уловил, я очень был рад. То есть, например, для меня вообще удобнее вот так вот. Ну так, то есть мне как бы удобнее даже держать здесь, вот возле себя. Ну то есть, в принципе, небольшая разница. Ну то есть, вот так вот, по сути, даже вот наклон сюда больше идет, не знаю. Вот мне удобнее так, а не вот так. Хотя так, ну так тоже нормально. Но когда эта ситуация, когда тренировочная, это немного другое. А когда на киртане, то вот стоит включить киртан, то будет совершенно по-другому. Вот сейчас покажу. Так, тут по милости, кстати, Шрила Бхакти Кинкар Дамодара Махараджа, под его киртан я немножечко понял, как это делается. В общем, это примерно так. То есть обязательно надо посмотреть, как это звучит, так сказать, в целом все в композиции. Иначе вот непонятно, когда вроде ты уже даже научился. То есть научился, уже понял, как играть. А когда это реальность начинается киртан, то там надо понять, как это встроить. Потому что, например, играется на раз, два, три. Играется на раз, два, три. А потом раз и переход. То есть, да, таким образом. И там надо понять, как это встроить. Это, ну, это тоже, короче, не так легко. И вот как это на киртане, то есть, да, вот если сейчас мы киртан включим. Mm-hmm.
таким образом. То есть, короче, надо практика, надо включить какие-то киртаны, где играется этот ритм, и дома и посидеть дома поиграть. Потому что вживую на киртан, когда приходишь к преданным, это очень может сразу всех сбить с ритма, потому что пока ты пристроишься. И очень легко, когда сбился, непонятно, вот сейчас, когда учишься, то, короче, непонятно, разбился с быстрого ритма, и, так сказать, оно заново надо все обновить, надо опять вспомнить, надо... То есть, и потом только опять ускориться можно. Но это лично у меня так. Поэтому вот еще раз, идея такова, что мы бьем гранью сюда, так, 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 так. Ну вот, как-то так. На самом деле есть еще выше скорость, потому что, как мне объясняли, 4 скорости. То есть самое первое это вот так. То есть это, вернее, вторая пошла, потом есть третья. И есть, походу, четвертая, это еще быстрее. Вот на четвертой я пока сам еще не очень. Ну вот. Короче, так еще пока сам. То есть четвертая самая сложная. Действительно, очень большое напряжение на кисти. И, ну, непросто. В общем, буду рад, если кому-то это тоже поможет. Потому что я невероятно рад. Потому что я очень долго не мог понять, как это делается. И я очень-очень сильно страдал от этого. Потому что мне тоже хотелось в киртане поддержать ритм. Но никак не получалось понять, как это делается. И... Меня спрашивают, ну, в общем, на самом деле я молился об этом как-то вот таким образом. Ну, в общем, по милости, как всегда, все, вайшнава приходит и Гурудева. Все, Хари Кришна, Джай Гурудев. Надеюсь, кому-то это поможет.